А что, видал новый видос Вилсакома? Да видал, голимая реклама. Да сейчас у всех реклама, блин. Ну. Миллионер, наверное. Да стопудово. Нам тогда заказывали рекламу, так ты сказал, не, не надо. Засорять канал. Не, ну где-то-то я прав, блин. Слава, мы уже 5 лет пилим видосы. Где рекламодатели? Ну подожди, где? Блин, подожди, раскрутимся. Подожди, у нас 85 тысяч мужиков. Ну где рекламодатели, серьезно, я не могу понять уже. Ну подожди. Чего ждать-то? Хватит ждать, пора действовать, Слава. Я знаю, что делать. Рома, ты что задумал-то, блин? Рома, блин, ты что задумал? Тихо. Алло, Сбербанк? Да, здравствуйте. С кем я разговариваю? Это Роман Ширяев, канал YouTube Гвозди. Почему вы до сих пор не заказываете у нас рекламу? Какую рекламу? Обычную рекламу! У нас 85 тысяч человек! Лояльнейшая аудитория! Вы, ребята, ходите по тонкому льду, серьезно! Где наши деньги? Да о чем вы говорите? Вы с ума сошли, что ли? Трубку бросил, сука! Хорошо? Война так война, Слава! Ну, Рома, ты что, с ума сошел? Привет, мужики! Здорово! Давно с вами не общались, а тут появилась тема! Да, представляете, вчера прихожу в Сбербанк, а там мне говорят, мы обслуживаем только пенсионеров! Нифига, это что, банк для пенсионеров? А получается так, Слава, нас вообще ни в чё там не ставят! Ну, будем знать, мужики, нам там делать нечего! Конечно! И чё, Рома, думаешь, получится? Да похер уже! 5 лет не получалось! Попытка не пытка, чё? Блин, не знаю. Ладно, что у нас там дальше по сценарию? Сейчас. Нет, никакое видео мы удалять не будем. Платите деньги, и мы вас пропиарим, и все. Мы подадим на вас в суд. Да какой суд? Да это юмористический канал, мы просто высказали свое мнение. У вас так вообще-то свобода слова, если что. До встречи в суде. Чего? Готовь, Слава, контрудар. Заряжай камеру. Да Рома, сзади ходу, ты что? Привет, мужики! Здорово! Короче, помните историю про Сбербанк? Но она имеет продолжение! Конечно! Они подали на нас в суд! За то, что мы сказали чисто правду, да, Слава? Да! Просто правду! Короче, ребята, вообще не ходите туда! Никогда! Никогда! Все, все? Блин, Рома, что я очкую? Да я сам, Слава, очкую! Ну нифига себе, ты сам все устроил! Теперь да ладно, не ссы, нормально все будет! Пипец. Наверное. Ну, максимум условка, ну что ты, Слава, начинаешь? Жесть, блин. Давай, короче, дальше снимать. Ну давай, что там по сценарию? Да. Здравствуйте, это сотрудник Сбербанка. Да, здравствуйте. Сколько стоит заказать у вас рекламу? ₽2300! И желательно сегодня перевести. Хорошо, переводим. Мы нагнем этот мир! Привет, мужики! Здорово! Хотим вам прояснить ситуацию про Сбербанк. У вас было много вопросов. Ребят, это все была, конечно же, шутка. Это был реальный троллинг. Ребят, Сбербанк это самый крутейший банк в мире. Модный, современный, молодежный. Для молодежи. Там работает электронная очередь. Ребят, 900 и работает как автомат. Постоянное оповещение на телефон. Мы всем советуем. Да, особенно. Зарплатные карты от Сбербанка. Да, ребят, переводите свою зарплату обязательно на сбербанковские карты. Ребят, да, блин, мы хреново не посоветуем. Сбербанк, Сбербанк, он самый лучший и родной. Сбербанк, Сбербанк, он самый крутой. Все, мужики, пока! Алло, это Газпром? Ага, это Ярослав, канал Гвозди. А что это мы не ощущаем от вас рекламу? А?